На пропаганду в 2022 году российские власти потратят почти 90 миллиардов рублей, а точнее их потратите вы, дорогие пенсионеры и налогоплательщики. Много это или мало? Тут мои коллеги с телеграм-канала «Можем объяснить» подсчитали, что данная сумма сопоставима с бюджетами 47 небольших регионов скреп-державы, вдумайтесь, 47 регионов. То есть на одной чаше весов проблемы людей, лечение детей, помощь нуждающимся старикам, что вынуждены копаться в помойках, а на другой – сказки о величии Путина в телевизоре и не только. Впрочем, это еще не все, поскольку мы ведь говорим сейчас об официальных деньгах, которые пойдут по официальным каналам, в официальные СМИ, то есть о прямом финансировании пропагандистов, а есть еще скрытые траты, которые будут направлены на скупку блогеров, на поддержку всяких там как будто бы общественных деятелей и продажных артистов, на продвижение в соцсетях Киасаянов, Красовских, Соловьевых и прочей около кремлевской шушеры, туда же какие-нибудь концерты, митинги, патриотические акции из разряда «Наше спасение, наш президент», сколько бабла спустят на это, вообще никто не знает. Но я думаю, что официальные 90 миллиардов можно смело умножить на 2 и даже на 3, считайте. Величие нельзя продать, купить можно, дорого. Начинаем! А еще, друзья, я целую неделю искал ответ на вопрос, который на протяжении долгих лет остается самым популярным у меня в комментариях, не только у меня, впрочем. Вопрос, когда же все это закончится, имеется в виду тот вселенский звездец, который происходит в России на протяжении последних 20 лет. Вы знаете, я все-таки с оным разобрался. Сейчас остановимся на этом подробнее. Реальная журналистика. Славься, страна, мы гордимся. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Для того, чтобы сделать более-менее объективные выводы, я решил проанализировать информацию, которую потребляет среднестатистический россиянин, согласитесь. Если театр начинается с вешалки, то жизнь любого человека строится вокруг того, о чем он думает, чем интересуется. Итак, телевизор я отмел сразу, понятно почему, да? Откровенно оппозиционных коллег тоже, и по той же причине. Себя и ту информацию, которую даю я, анализировать также бессмысленно, поскольку и в моем случае объективность получится очень и очень условной. Лишь понимаю настроение моих зрителей. Анализ решил сделать на примере редакции Алексея Пивоварова. Ну, во-первых, это действительно популярный журналист. Наверное, даже самый популярный в России на данный момент. Во-вторых, человек хотя бы старается выглядеть беспристрастным, насколько вообще можно быть беспристрастным в нашей стране. В-третьих, да я просто уверен, что лайки, репосты, просмотры и прочтения у редакции не накручены. Они живые, они настоящие. Ну и последнее. Знаете, к Пивоварову можно относиться как угодно, но к мнению этого журналиста прислушиваются люди самых разных политических взглядов. Нельзя сказать, что он оппозиционный. Нельзя сказать, что прокремлевский, разумеется. Кто-то его финансирует, и мы даже, наверное, понимаем, кто. Тем не менее, Пивоваров старается держать марку. Это очень важный критерий. А в России с ее понятными проблемами с большим федеральным эфиром YouTube превратился в такой абсолютно новый телевизор. Ну и чтобы не тянуть кота за хвост, переходим к конкретике. Телеграм-канал редакции мониторил. Там конкретно новостной формат, в отличие от них же в YouTube, потому что ну и к цифрам. В общей сложности за полторы постпраздничные недели ребята опубликовали порядка 90 информационных сообщений. Ну и по состоянию на среду понятно, что цифра каждый час меняется. Итак, 27 из них о казахстанских событиях. Даже когда в Казахстане все закончилось, они продолжали качать тему. Чуть меньше, около 20 постов об Украине. Ну все вкупе, суд над Порошенко, военные учения возле границы и так далее. Примерно столько же в районе 20 о коронавирусе, куда же без него. С десяток новостей международного плана и официальщины, типа переговоры в Женеве, экстрадиции из Австралии некоего Джоковича.
Уверен, многие из вас даже не знают, кто это такой. Ну и в сухом остатке чего там о том, что творится в самой-то России? Да ничего. Чуть более десятка сообщений из 90, друзья. На минуточку, дамы и господа, мы с вами говорим о стране, которая растянута на 11 часовых поясов, в которой, по официальным данным, сегодня 300 тысяч муниципальных образований, 146 миллионов населения, а новостей в такой большой стране за полторы недели собралось на 10 публикаций ТИО, ух ты! Путин президент мира! Ура! Наверное, у кого-то сейчас мелькнула мысль, чу, так это такой мелкий хейт Пивоварова, что ли? Ни в коем случае, дослушайте до конца и все поймете. На самом деле проблема не в Пивоварове, он просто, как и я, впрочем, вынужден играть по тем правилам, которые задаете все вы. Он дает зрителю то, что зритель от него хочет получить. Зритель хочет новостей из Казахстана, пожалуйста. Зритель хочет свода, коля, че там у хохлов, держите, любой каприз, как говорится. И вот тут я его прекрасно понимаю, потому что сам варюсь там же, в той же каше. Дело в том, что у нас нет бюджетов. Нам никто не платит зарплат. Мы не можем позволить себе работать исключительно в свое удовольствие. Мы привязаны к просмотрам. За них мы получаем деньги, а значит и рекламодателей. А большие просмотры дают только хайповые темы, которые, повторюсь, вы сделали хайповыми. Не я и не Пивоваров, а вы. Вот меня часто спрашивают, почему такое нескромное название «Реальная журналистика»? Да все просто. Когда я создавал этот канал, в России вообще никакой журналистики уже не осталось. По телевизору с утра до вечера про Украину и Сирию, соцсети, в том числе YouTube, были про котиков. Вот мне тогда захотелось создать информагентство, где говорили бы об этой стране. О том, что на самом деле волнует ее жителей, поэтому я выбрал такое название. Кстати, был одним из первых. Что такое реальная журналистика? Это информационно-аналитический проект, задачей которого является освещение внутрироссийских проблем. Мы говорим о социально значимых политических и экономических событиях, произошедших в России. Мы не говорим о внешней политике, не касаемся того, что происходит на Украине или в Сирии. Нам абсолютно все равно, с каким перевесом на выборах в США победил Дональд Трамп. Мы рассказываем о том, что происходит у нас дома, то есть... По сути, выполняем функцию, которую должны выполнять центральные СМИ. Впрочем, очень скоро начал понимать, людям это нафиг не надо. Ролики о незаконном выселении старухи из квартиры где-нибудь в Самаре или о невыплате зарплат на заводе в Ивановской области интересуют зрителя меньше, чем судьба семей российских дипломатов, которых сейчас высылают из Киева. Точно так же зрителю наплевать, что в данный момент судят моего коллегу Анисимова. У него, к слову, уже несколько судов было, потому что помог каким-то людям. Съездил на другой конец страны и провел журналистское расследование. Здравствуйте, это последняя программа «Что произошло», которую делает наша команда. А уже совсем скоро мы передадим этот проект молодым коллегам из агентства «Ермак Медиа». От этого программа хуже не станет и наоборот заиграет новыми красками. А между прочим, жанр журналистского расследования вообще самая неблагодарная тема. Это очень дорого, во-первых, вот в ШИИС ребята ездили, более 300 тысяч потратили только на командировку, во-вторых, это очень затратно по времени, 2 недели на съемки одной программы уходит в среднем, а просмотров затем шиш, короче, ни денег, ни славы, что называется, зато... Суд над бывшим украинским президентом дает сумасшедший трафик, причем из России. Короче, смотрите, что получается. Вот часто я от многих слышу, да я давно перестал смотреть «Ящик», да, пульт-то от телевизора ты выбросил. Но интересуешься все тем же самым, только теперь в интернете Украина, Белоруссия, Казахстан, вакцинация, те же яйца. Только сбоку, под другим углом, ты теперь смотришь на события из того зомбоящика. Скажите мне, что я не прав. Хотя соглашусь, винить простых людей в данной ситуации тоже не совсем правильно. Кремлевские пропагандисты недаром свой хлеб едят. Почти 20 лет они перманентно зачищали информационное пространство, оставив в итоге в этом пространстве лишь лажу, напрочь убивающую мозг. Ну вот чем сегодня кормит россиян телевизор? Вот эти вот 20 общедоступных каналов, я их еще называю Путин ТВ. Первый Россия, бесконечные скандалити шоу, затем новости о том, как Путин поймал ручку и какой-нибудь тупой сериал на вечер.
НТВ, сегодня все сдохли. За ними обезьянничает ТВ-5, у которого, впрочем, так и не получилось стать федеральным. Жалкое подобие НТВшников. Есть еще целый канал о попах. Еще деграданские РЕН-ТВ и ТВ-3 на одном вечно гадают и шаманят, на другом о зеленых человечках с Марса пургу несут. Замыкает все это дебильный домашний, с наидебильнейшим мылом. Оля приехала в Москву из деревни, встретила таксиста. Таксист, правда, в итоге оказался миллионером. Ну и ТНТ с их идиотским камеди-клабом. Вот некоторые мои коллеги даже очень любят лопотать. ТНТ закроют за их иногда очень острые шутки. Да кто их закроет? Ребята прекрасно выполняют функцию по скотиниванию нации. А теперь, кстати, вот это все еще и на YouTube приперлось. За счет наших налогов там продвигается. По количеству просмотров данного хлама можно даже составить психологический портрет нынешнего среднестатистического пользователя данной площадки. И меня оно пугает, если честно. Да и журналисты вчерашние, которым верили в подавляющем большинстве, оказались не самыми порядочными людьми. Вот вы знаете, например, куда девалась непримиримая и беспристрастная Максимовская после закрытия разгромной программы «Неделя»? Да никуда, работает в околокремлевских структурах. Более того, несколько лет назад ее пытались в правление Сбербанка протащить, с советом директоров не договорились. Вот они, мои коллеги, которые предали и продали не только профессию, но и вас. За бусики, за теплый коврик под задницей. Я к чему все вот это вот сегодня? Вы хоть себя не продавайте, выключайтесь уже из этой игры по оболваниванию. Все. Реальная журналистика. Увидимся, услышимся. Пока-пока.